Да не надо на скачевку, у нас тут где-нибудь поблизости. Знаешь, как боком стоит? Не, не надо. Вообще клево. Там были уже. Летние, что ли, были? Ага. Покуда? Смотри, как тут труба что-то. А? Труба брека. Нет, там багажник полный. Понял, понял. Какое-нибудь развлечение-то. Пишми, меня прокат... Вот, мы поехали кататься на таком вот дике. Ох, военный. Ну что, широка страна моя родная. Поля. Уже сено скошено, убрано. Узнаю родной Урал. В Вадике, конечно, снимать, или в газике, не знаю, как правильно, нереально. Там трясет. Вот там мы хотели проехать вброд, я сказала, ну, давайте нет. Красотища, ребята, и дышит, знаете, как легко. В общем, в России везде своя красота, везде. Да? Угу. Походу оставили здесь. Был. Мама, а это что за трюки? Вообще вот тут мне показывают. Так вот, гостью развлекают. Конечно. Мне везде хорошо, не знаю. Есть люди, которым плохо везде, там скучно, там не скучно. Мне нигде не скучно, мне везде весело, мне везде красиво, мне везде вообще комфортно. Все. Надо идти усаживаться в военную УАЗик. Это родственники Ивана Геннадьевича. Вот. Вы, говорю, ну вывезите меня куда. Ну вывезите меня куда-нибудь. Если даст еще что-то поснимать, хотя вряд ли. Пока на этом все. Приехали еще на одну локацию. Здесь брод, а как туда спускаться? Ну тут обрыв какой-то. Это река Пышма, да? Да, прям песня просится, матушка, смотри, как красиво, деревья. Вроде бы ничего особенного, да? А... Смотрите, как красиво. В общем, красота везде есть. И на море, и на Урале. Я, конечно, накаталась по полям, по долам. Здесь вот столик, тут вот даже типа мангала что-то.
В общем, местные это, конечно, знают, куда можно приехать отдохнуть. А мне везде хорошо. Главное не работать. До сих пор еще не понимаю, в голове до сих пор еще вертится. Должны же позвонить там по заявкам. Кстати, простуда проходит, но кто там написал после бани целоваться нельзя. Никто не целовался. Ходим сами, гуляем. Вот когда бы, вот многие даже здесь никогда и не побывают. Даже я не думала, что здесь когда-то побывают. Здесь как облака в реке отражаются. Это не небо, это река. И в нее так красиво плывут облака. Господи, во мне погиб этот дар великого режиссера. Что бы было мне этим не заняться лет так, не знаю, сколько-то назад, много, побольше. Когда еще на Ютубе были заработки. Кстати, хочу поблагодарить Марину за донатик. Большое спасибо. Ну что, мы, наверное, будем выдвигаться. Хотя вот тоже, как на море можно стоять, любоваться. Вот на эту красоту тоже. Прям как это, да? Вот скажи, что это отражение. Красотища. Это отражение вот этих облаков. Такие мы, я, романтик. А? Фотку надо сделать. Может, мы с вами здесь еще и летом когда-нибудь покатаемся. И шашлыки даже пожарим. Бескрайние просторы, бескрайние поля. Серега, кстати, вот он приезжал вместе. Это его племянник, если я не ошибаюсь. Но Михайловский ему очень понравился. Он тоже ходил в заброшенный лагерь. Он сказал, обязательно еще раз приедет. Да, Серега? Еще раз приедешь в Новомихайловский? Конечно, лето будет. Все. А у нас тут такие вот... Мы вброд переезжаем реку. Но я... О! Ох, а все? А нет. Чумеет. Ой, я потом забоюсь. Так, сейчас. Нам надо подальше отойти, то сейчас он... Или меня здесь бросили, я ничего не понимаю. А это река Юрмыч, по-моему, мне сказали. Уже не Пышма. Но приготовились. До Развлекаловки, когда вас тоже на юге возят по горным рекам, у нас вот тут по уральским. О, боже мой, о! Да шуму-то, шуму. Не знаю, будут меня забирать или здесь бросят. А мне кажется, что я щеки накусала. А, вот они там. Так, подождите. Дед вроде возвращаются вроде за мной. Вас как просят? Да. Что, нас высадили возле дома сами. А или нет? Они еще поехали? Развлекаться поехали. Ну, а мы пошли после полученного адреналина попить чайку, кофейку.
все, всем пока-пока. Увидимся. Оп. Отпуск проходит весело и хорошо. Все. Всех вас очень люблю.